Так, вот такой вот военный сухпай Сбройных сил Украины. Вот тут состав идет. Качество не очень. Галеты, короче, квасоля, каша, каша рисовая, мясо тушеное, кава розчинна, чай, сахар, мед натуральный, джем яблочный, курага, шоколад черный, перец черный молотый, соль, так, жвачка жевательная, ложка пластиковая, салфетки. Так, еще одни салфетки гигиенические. Так, беспламеновый какой-то нагревач. Короче, вот такой вот нагревач. Ну, сейчас мы все это дело вскроем. Секундочку. Что у нас? Сніданок. Завтрак, обед и должен быть еще ужин. И ужин. Так, ну начнем с обеда, да? То есть не с обеда, а с завтрака. Вот завтрак. Сахар, соль, шоколадка черная, кава, фиг его знает, какие-то типа сушки, не знаю, галеты, так, жвачка. Так, и тут что-то у нас такое, тут что-то. Так, фасоля с овощами, с мясом, ялые ветчины, стерилизованные. Угу. Короче, уже в консервных банках ничего нету. Такой вот герметичный. Так, что тут у нас? Ложка даже не поломанная, как ни странно. Ну и салфетка влажная. Это я уже с украинского на русский перевожу. Обед. Так, что у нас на обед? Так. Что-то я только что рубанул. Что-то я только что отрезал не то. Ага. Два сухарика. Так. Потом... консерва мясо рослинни, мясо рослинни, это как там переводить, фиг его знает, это каша с мясом, каша пшеничная с мясом, курки стерилизованные. Так, сахар, потом это что у нас, консерва джем яблочный, чай. Галеты рацион. И еще какая-то ням-нямочка. Так. Суп рисовый на мясном бульоне с мясом. С мясом курки. Курки стерилизованные. Тоже вот такой вот пакетик. Как будто с под кетчупа какого-то. Тоже все. Так, что там у нас? Ложка, вилка. Сахар, перец. Короче, такая беда. Так, и ужин. Ужин. Так, и вот ужин. Ужин. Что у нас тут перед сном? Так, консерва мясная, тушкованная свинина, стерилизованная. Раз. Так, консерва мясо рослинное, каша с мясом, каша рисовая, с мясом свинина стерилизованная. Так, два сухаря, ложка, вилка. Так, что-то тут еще есть. Так, печенюшки.
мед есть, натуральная кава, кофе растворимое. Ну, короче, вот так вот. Вот все, что сюда входит в это дело. Добовый полевый набір продуктов посиленого ДТП ПРПТ. В общем, такая фигня тут. В общем, вот такая вот фигня. Вот такое вот мы употребляем в полевых условиях.